Всем привет, с вами Александр, и это наш очередной урок по программе Motion Builder. Сегодня мы рассмотрим, как же подгрузить в Motion Builder файлы движения, созданные нами самими. Итак, а начнем мы немножко необычно, так как у нас сегодня будет очень интересный урок. Итак, запустим программу Poser. Удалим человека, который стоит здесь по умолчанию. Откроем библиотеку. И я выберу фигуру Aiku 3. Стандартную фигуру, которую предоставляет компания DAS Studio. Работать мы будем с нею. Вот наша Aiku. Двойным щелчком вставляем ее в сцену позера. И вот она у нас появилась. Так, первым делом давайте отключим кинематику движения. Заходим в фигуры. User Inverse Kinematic. Убираем. Теперь заходим в панель Windows. Выбираем Walk Designer. И у нас открывается вот такое вот окно. Что это такое? Это конструктор ходьбы. Очень удобная штука, к сожалению, которая пока на данный момент есть только в данной программе. Она полностью автоматизирует весь процесс создания циклической анимации. Ну, в частности, это походка и бег. Итак, давайте создадим походку для нашей Aiku. Но сначала нам надо указать фигуры тип, фигуру нашей Aiku. Нажимаем. И в библиотеке Runtime нам надо найти фигуру Aiku 3. Вот у нас файл Aiku 3 blank. Открыть. И стандартный человек у нас заменился фигурой Aiku 3. В этом менеджере мы можем просмотреть ее с нескольких ракурсов. Это вид в 3/4 оборота, вид сбоку, вид спереди и вид сверху. Давайте выберем вид по умолчанию в 3/4 оборота. Нажмем кнопку Walk, посмотрим. И давайте пусть наша Aiku бежит. Усилим ползунок напротив надписи Run, бег. И пока оставим так. Если вы посмотрите, тут очень много параметров, которые можно применить. Создать практически любую походку, какую вам надо. Тут очень удобная штука. Итак, теперь нажимаем Apply. Поскольку я не создавал в самом программе Poser траекторию движения нашей Aiku, я выберу бег на месте. Поставлю кнопку на Walk in Place. Цикл 4 кадра. И стартовать мы будем не с первого, а со второго кадра. Окей. Менеджер можно закрыть. Библиотеку тоже. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, вот наша Aiku побежала. Отлично. Теперь выбираем файл, экспорт и выбираем формат BVH Motion. Давайте назовем его, допустим, 45. Сохранить. На этом программу Poser можно закрыть. Открываем Motion Builder. Открываем в нем файл FBX нашей Aiku, которую мы с вами ригили в первых уроках. У вас это может быть любая ваша фигура. Кстати, файлы BVH Poser отлично адаптируются через Motion Builder с любыми моделями. Итак, продолжаем. У нас сейчас стоит в сцене сама фигура Aiku 3. Давайте выделим все кости.
Зажмем кнопку Ctrl, выберем сам скелет Айки. Перейдем в нижнюю часть экрана. Зайдем во вкладку Group. Нажмем кнопку Create, создать. И у нас создалась группа, которая объединила скелет Айки и непосредственно ее оболочку. Давайте нажмем галочку, снимем, то есть галочку во вкладке Show. Наша Айка стала невидимая. Теперь давайте нажмем File, Motion File Import и выберем наш файл BVH. Теперь по аналогии с тем, как мы делали риггинг для Айки, нам нужно сделать риггинг костей для файла BVH. Для этого давайте нажмем сюда, Create характер. Возьмем наш менеджер. И сделаем риггинг. Выбираем наш BVH файл, Reference. Выбираем вкладку базы и начинаем сопоставлять. Хип-хип. Ridging Sync. Ridging Up Lag. Извиняюсь, я взял левый. Left Shink. Left up leg, left shin в left leg, left foot совпадают. Закроем. Regent sync в regent up leg, regent shin в regent leg. Foot-foot совпадают. Уберем. Spine. Закинем наш абдомен. Давайте сразу сюда же во вкладку Spine, где у нас уже встал абдомен, помним из прошлых уроков. Так, ничего страшного. Ничего страшного. Закроем замочком и продолжаем. Перенесем chest. Закроем. Давайте сразу поставим шею. Ник. Тоже сразу закроем. Голова. Head. И руки. Значит, Regent Shoulder в Regent Arm, Regent Forearm совпадает, Regent Hand совпадает. То же самое с левой рукой. Left Shoulder, Left Arm, Forearm совпадает, Hand совпадает. Нажимаем характеризы, выберем Bipid, нажмем Create, FKIK, OK и опустим наш менеджер вниз. Итак, теперь если мы нажмем
На проигрывание нашей сцены мы видим, что у нас ничего не проигрывается. Остановим, вернемся назад. Теперь во вкладке групп вернем галочку. Отобразилась наша айка. И сейчас нам надо сделать такую очень хитрую манипуляцию. Поэтому смотрите внимательно. Немножко поясню один момент перед тем, как продолжим. В программе Motion Builder процесс риггинга, создания костей, да, немножко имеет другую формулировку. Его иногда называют характеризингом, то есть создание характера. Почему это важно, сейчас вы поймете. Итак, вот здесь вот у нас, если мы нажмем на выпадающие вкладочки, то мы теперь увидим, что у нас есть характер и характер 1. Вот характер просто – это скелет нашей айки. А характер 1 – это наш BVH-файл. Итак, что делаем? Выбираем характер 1, который соответствует нашему BVH-файлу. Под ним автоматически сразу открылся контроль rig 1. Теперь идем во вкладку Definition, вот здесь я вот, и нажимаем на замочек. Открыли, закрыли, соглашаемся на Bipit. Теперь опять в характеризинге выбираем, теперь уже просто характер, не характер 1, будьте внимательны. И под характером в окошке Source выбираем не контроль rig, а выбираем характер 1. Нажмем на проигрывание, и вот наша айка побежала. Сделаем другой ракурс. Еще раз смотрим. Перенос файла BVH осуществлен успешно. Теперь, для того, чтобы сохранить анимацию, выбираем все наши кости. У нас стоит айка. Заходим во вкладку Animation. Нажимаем Plot All Properties. Ставим галочку на Plot All Takes. Убеждаемся, что у нас стоит количество кадров, которые мы выбирали изначально. Оно должно совпадать вот с этим значением. И нажимаем Plot. Итак, наша анимация записалась. Итак, теперь как же перенести наш файл в любимый нам редактор 3D графики? Нажимаем файл, просто Save As, назовем его, пусть он также будет называться Айка, но с другими цифрами, пусть будет 55, сохранить, Save. Теперь открываем наш редактор, в моем случае это Cinema 4D, файл, открыть, выбираю созданный файл. И нажмем на кнопку проигрывать. Вся наша анимация удачно перенеслась. Тут вы можете уже продолжать делать свой ролик так, как вы считаете нужным. Все, что вам в сцене не нужно, вы можете уже здесь в синке удалить. Я сейчас удалил BVH файл, который вы видели. А то, что касается анимации айки, это уже трогать не буду. Мы их только скроем, чтобы ничего лишнего не было видно. Итак, посмотрим еще раз. Все работает. Все получилось отлично. Учитесь и всем удачи!